Удивительный парадокс, который жители Германии точно вогнал бы в ступор. Плакат «Купание в реке запрещено», и множество людей, несмотря на это, в воде, в том числе и дети. Не знаю, существует ли какая-нибудь связь, но за полтора месяца в этом году в Омской области на воде погибли 20 человек. Но заметь, все-таки 63 человека служба МЧС спасли. Так что спасатели не дремлют. И сегодня мы вам это докажем. В гостях «Нового утра» Александр Огурцов, матрос-спасатель советского пляжа. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Скажите, обязательно ли спасатель должен выглядеть так, как в фильме «Спасатели Малибу», то есть красные шорты, белоснежная улыбка, ровный загар и так далее? Накачанное тело. Наверное, мне кажется, больше всего волнует этот вопрос наших зрителей. Ну, на самом деле, не обязательно, если честно. Спасатель, как вы сказали, вот про красные шорты, должен отличаться как-то, да, чтобы люди, находящиеся на пляже, заметили, опознали его. То есть у нас есть специальная форма, яркая кепка, футболка. То есть человек сразу может понять, что это спасатель. А насчет улыбки, ну, сам видите все. А еще что? Загар. Про улыбку. А, ну загар, это само собой. То есть от него никуда не деться, мы находимся, да, на солнце. Гора мышц. Ну, немножко, да. Во-первых, спасатель, что он должен делать? Уметь, то есть на воде держаться, уметь хорошо, да, потому что приходится. Вот. То есть бдительность должна быть тоже. Понимаете, мы должны находиться все время на пляже, то есть смотреть, где что-то происходит. Не отвлекаться на красивых девушек, ну, да. Ну, стараться этого не делать. Когда, да. Вот. А обязательно какой-то разряд по плаванию? Ну, очень желательно. Ну, то есть как обязательный пункт это не стоит? Ну, вообще нет. Но теоретически может пойти в спасатель любой человек, который может держаться на воде. Да, то есть как бы спасатели проходят обучение специально. То есть нас учат оказывать первую медицинскую помощь, учат, то есть права получаем на управление судами меньше 15 метров. То есть мы на лодке же находимся. Моторная лодка у нас есть хорошая, да. То есть если человек где-то далеко, что-то заметили, на лодку прыгаем, мотор заводим, едем, быстро вытаскиваем, спасаем. А девушки есть в ваших рядах? Нет, к сожалению. Ну, именно именно на вашем пляже нет или по всему городу нет? Вообще я не видел, не знаю. Антон расстроился. Ну, есть маленько. Теперь тонуть не буду, значит, уже. Ну, нет желания просто. Но все-таки мы в начале нашей беседы привели вот такую неутешительную статистику. Люди гибнут на воде. Как вы думаете, почему вот это происходит? Что является самой частой причиной? Люди гибнут на воде, я хочу вам сказать, прежде всего в 99% случаев за пределами, то есть пляжа, где нет спасателей, они гибнут на водоемах, то есть куда-то поехали там купаться с друзьями. И что еще хочу отметить, да, то есть алкоголь, это просто подавляющее большинство случаев, вот, человек принимает, значит, и идет купаться. Он себя не контролирует, он идет ко дну. А на водоемах за пределами города там нет спасателей, никто им помочь не может, и человек погибает. А также дети. Дети без родителей. Прежде всего, которые родители не следят за своими детьми, они, значит, едут на пляж, на великах у нас часто приезжают, и наша задача как бы убирать их с пляжа. То есть без родителей на пляже находиться запрещено. А скажите, как распознать, что человек тонет? То есть он обязательно должен кричать «помогите» или бить руками по воде, или еще что-то такое? По каким признакам? Кричать вот, вообще нет. Получается, как человек тонет, он начинает захлебываться, глотает воду. То есть кричать он в этот момент вообще не может. То есть да, пытается как-то шевелиться. То есть наша задача в этом заключается, то, что мы патрулируем пляж, мы смотрим. Распознать среди просто купающихся людей? Да. То есть звуков он не издает. Значит, в фильмах показывают все это обман. Ну да, если человек кричит, значит, он не помогите мне! Давайте напомним нашим телезрителям правила поведения на воде, чтобы как можно меньше случалось чрезвычайных ситуаций. Правила поведения элементарные. Вот, как я уже говорил, запрещается распитие спиртных напитков. Для детей, значит, это приход на пляж без родителей запрещается. Поведение на воде, что еще? Это основное все, главное вот. Ну и не заплывать за буйки. То есть у нас огорожена территория, стоят буйки, то есть за пределы пляжа, за эти буйки и заплывать как бы запрещено. Скажите, а когда вам не приходится заниматься спасением утопающих, чем вы занимаетесь? Ну я понимаю, что патрулируете, смотрите, но все равно это же утомительно целый день смотреть на реку. Тем более, когда ярко светит солнце. Ну, сгораем. Книжки читаем, да.
в общем-то, и все. Ну, сильно отвлекаться нельзя себе позволить, потому что ты должен быть все время бдителен, наблюдать, сильно не отвлекаться. Александр, давайте сейчас посмотрим несколько ситуаций на воде, и вы скажете, что бы вы сделали в этом случае. Вот человек решил покататься. На самодельном таком самокате водном. Это вездеход Арктика. Что бы вы предприняли в этом случае? Я бы отобрал у него этот аппарат. В личное пользование, да? Ну, потому что я даже не понимаю, если честно, что это. Ну, это матрасы, которые стоят на каких-то лыжах, да. Следующая картинка. В такой ситуации что бы вы стали делать? Кого спасать в первую очередь? Блондинку или брюнетку? Да мне кажется... Вроде у обеих черный пояс. Помощь что? Не нужна им, вроде бы они... Сами справятся. Довольны, да. Дергаются в воде. А вот здесь? Такой дяденька хороший. Да это красота, я бы сфотографировал еще его. Сфотографировал? Ну, конечно. И помог бы подарки раздать. Профессионально управляет, да, на лыжах держит. И последний случай. А, это слоник, я сразу не понял. Ну, надеюсь, что он недалеко, а не за пылью. Потому что слоника мы точно не спасем никогда. Так а слоны же умеют плавать. Ну, надеюсь, это вообще... Может, он не научился, все-таки он маленький. Ну да, вообще-то. Ну что ж, спасибо большое. Надеемся, что наша беседа поможет изменить статистику в лучшую сторону, в положительную. Пожалуйста. Ну а далее в нашем эфире новости.